Последняя обкатка. Проверяют все. Деревянный каркас, основание из поддонов. Все это стоит на деревянных лыжах. Крейсер практически готов к своему первому полету по снежной горке. Все, ребята, осталось нам эти места доделать, и так по мелочи. Управлять крейсером будет Дарт Вейдер и отряд штурмовиков. Настоящий десант культового фильма «Звездные войны». Четверо парней осуществили мечту своего детства. Дело в том, что мы еще такие суперфанаты «Звездных войн». Вот, а, как говорится, построить свои летучие корабли и лететь – это немножечко сложнее. Во-первых, финансово, и во-вторых, научно это тоже будет нам сложно. А просто спуститься с какой-то горочки на своем, как говорится, крейсере – это будет попроще. Также у нас будут специальные костюмы. Мы прям обязательно уже завтра за ними поедем. И у нас будут костюмы штурмовиков и самого Дарта Вейдера. Эти парни решили не просто участвовать в фестивале креативных санок «Санифест». Задача – удивить жюри и взять первое место. Мы должны будем скатиться с горки метров 15-20, и я уверен, что наши сани выдержат это испытание. Эти сани они строили почти 2 недели. Мастерская по изготовлению крейсера расположилась в обычном гараже. Общими усилиями получился настоящий звездный транспорт. Чертеж делал каждый, то есть каждый показывал то, что он видит. И потом мы совместными усилиями определялись, что-то брали у кого-то. Ну, то есть все делали вместе. В основном ребята делали сани вечером. После работы пропадали в гараже до поздней ночи. Это очень много усилий, ссоры с женами, вы что там пропадаете в гараже, давайте быстрее, у тебя семья, все такое. Я думаю, очень великая цена для этого, да. Да, я свою жену люблю. Да, тоже своей передаю привет. Рина, Вика, привет. Жены наверняка будут гордиться своими мужьями. Уже завтра нижнекамцы отправятся в свой полет по ледяной горке. И очень надеются, что эти 10 секунд проката станут самыми триумфальными на фестивале. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.